Хера себе! Ой-ой-ой-ой! Блин, классный уровень на поезде! Офигенно! Очень крутой уровень! О! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Добро пожаловать в игру под названием Stickman Epic. С вами канал Даридзи. Ну что ж, это первый взгляд. Я так понимаю, будем играть за Stickman'а в мире Майнкрафта. Ну что ж, давайте посмотрим. Это мой дом. Вот, у меня пока что 0 очков, 0 кубков. Давайте немножко пройдемся. Ежедневные бонусы. Я так понимаю, тут можно будет брать задания. У меня 500 монеток, и тут мы 100 монеток получим. Давай посмотрим. А вот, мы получили 100 монеток. Если мы зайдем завтра, то получим, видимо, больше. Итак, каждый день, каждую неделю. Подарок. Каждые 9 часов, видимо, будут давать подарок. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Бесплатно 20 монеток. Наплечник рыцаря 15 стоит. У меня только 5 пока что. А, их можно, типа, обменивать на ресурсы. А также я могу за рекламку получить 20 штук и купить наплечники. Ладно, мы потом обязательно это сделаем. Вот, а пока что хочется посмотреть просто игрулю. Он за гусем гонится, мне нравится анимация. Слушай, очень круто сделали. Он не догнал гуся, вон, или курица это. А вот, поймал, кажется, да? Прикольно. Все, он взял себе на голову, поставил, положил, куда-то пошел. Слушай, мне нравится... Крутая игруля. Отпустил гуся и опять побежал за ним. Забавно. Так, топ-1. А, нифига себе, это лидеры, ребятки. Я так понимаю, я тоже смогу здесь стоять, если я буду хорошо играть. Заблокировано. Необходимо пройти босса-зомби-гиганта. Я надеюсь, мы это сделаем. Заблокировано. Необходимо пройти первый уровень. Тут, смотри, тут они рыбачат. Рыбку? Может быть, поймает кого-то? Смотри, вроде никого не поймал. Блин, прикольно. Прикольно. Забавно просто понаблюдать, да, за ними? Я даже играть пока что не хочу, мне просто интересно, чем они занимаются. Так, ну, в общем, каждый своим делом. Ладно, начнем играть. Первая моя игра. Глава 1 обучение. Ну что ж, мне уже интересно. Я появляюсь. Упс. Так, движение. Окей. Блин, как же круто сделали. Мне... Я даже таких в Play Market не видел, ребятки, игр. Реально очень круто. Так, прыжок. А, двойной прыжок у меня есть. Найс. Я могу бить. Зомби, первый зомби. Пошел сюда. Проваливай. Я монетки получаю за это. Че, зайдем? Телепорт. Я получаю первые монетки. А, либо следующий уровень, либо за рекламку я могу больше получить. Окей, ладно. Пока что давай следующий уровень, потом домой пойдем. Глава 1. Начало пути. Как же круто сделали. Так. Опять появляемся. А, прохождение уровня не выполнено. Убийство не выполнено. Подожди, а тут какие-то задания есть? Вау. Фига себе. Так, давайте в сундучке посмотрим, что у нас такое. Слушай, какое-то оружие нам дали, что ли? Смогу ли, интересно, отсюда? Да, я смогу залезть отсюда. А, нифига себе, он пинает. Окей, немножко мне так. У меня 300 жизней, я так понимаю, да? Песок. Песок под ногами трескается. Так, вообще, можно выразиться? Песок трескается. А, внизу еще один зомбарь. Кстати, ну типа для фарма можно его и убить. Ой-ой-ой, какой агрессивный. Мы с другой стороны давайте обойдем. Пока что меня еще никто не ударил ни разу. О, боже мой, лучник. Лучник опасный. Я могу, так понимаю, на лету. Блин, попал. А, чекпоинт. Мы уже отсюда будем начинать, если что. Забираем монетки. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если нравятся подобные игры, нравятся Майнкрафт и Stickman. Вали ты отсюда. Слушай, мне бы хорошо прокачаться. О, первый мой кристалл. Найс. Так, зарабатываем первый. О, так мы много кристаллов зарабатываем. За рекламку можно что-то получить, да? Давайте. Рекламка длится всего лишь 7 секунд. И заработали дополнительные. У нас тут уже 10, отлично. Первый уровень пройден. Давайте пойдем домой, посмотрим, что мы можем здесь получить. Введите имя. Так, ну конечно же, Дариди. Дариди, готово. Все, дом Дариди теперь четко все отображается. У меня 5 кубков пока что.
5 всего лишь кубков. Нифига себе, как они нафармились, у них 50 тысяч. Видимо, они очень любят эту игру. Новости. Новый режим выживания. Бесконечный режим с разными комбинациями врагов и боссов. Ух ты, прикольно. Новостной тут канал. Посмотрим. А, это мой инвентарь. Слушай, это наподобие рогалика, да? Это интересно. Я, кстати, рогалики тоже люблю. И часто стримлю. Думаю, на канале AlexPlay постримить рогалик. Так, у нас тут жизньки разные, окей. Так, ну, пока что мне, в принципе, нечего туда положить. Может, в магазине что-нибудь купим? 15 стоит. Деревянный наколенник. Деревянный сундук. Подожди. Я могу обычный сундук купить. Зачем мне деревянный? Давай купим обычный сундук пока что. Выпадаемые предметы один. А что? Там должно что-то выпасть. А, нагрудник выпал. И достижение первое получили. Окей. А в деревянном интересно что? Вот теперь мне интересно, что в деревянном. Че, откроем деревянный? За просмотр можем получить кристалл. Давайте откроем деревянный. Деревянный шлем нам дали. А, ну тут только деревянные, да, все предметы, я так понимаю. Можно купить что-то конкретное, а можно что-то эпическое взять. Ух ты, какие... Боже мой. Мифический какой-то сундук есть. Давайте посмотрим рекламку и получим денежку. 20 получили. Блин, так можно хорошо нафармиться. Лопатный. Попробуем посмотреть, что там. Открываем. А, подожди, там просто деньги выпали. А там только деньги, что ли, выпадают? А предмет? Я хочу предмет. Набедренник какой-то получили. Найс. Давайте еще обычный сундук откроем. Все-таки открытие это самое... Самое лучшее. Я, блин, я открыл, получил больше монеток. То есть вот так тут работает. Если открываешь, ты можешь даже еще выгоднее получить. А, тут не очень выгодно. Ладно. Я хочу предмет какой-то получить. Блин, пока что выгода какая-то прет. Открываем. Не очень выгодно. Забавно. Деревянный набедренник. Ну-ка, открываем еще. Монетки, мало монеток. Ну, рано или поздно ты проиграешь, да? А тут больше. Блин, мне нужен предмет какой-то. Боже мой, что-то не предмет, а одни деньги выпадают. Деревянный наколенник. Слушай, ну мы уже можем какой-то... О, вот мои предметы летят, летят, летят. И в сундук. Здесь я могу... я могу продавать. Не, продавать мы не будем. Давайте наденем. Это что у нас такое? Плюс 10 здоровья. Нагрудник рыцаря. Давай нагрудник оденем. Плюс 10%. О, так подожди, он не только 10% дает, да? А, к атаке, к броне 7, а скорость плюс 1. Ну, давай, конечно, наденем. Неплохо. Так, что нам этот даст? Плюс 4 к броне, скорость 1, атака 4, здоровье 15. Ну, блин, конечно, нам стоит немножко приодеться. Набедренник рыцаря. Это уже хороший. Здоровье 15, атака 4, броня 4, скорость 1. Сюда, да? Найс, плюс 40. В минусе, так понимаю, ничего нету, да? Тут набедренник деревянный. А здоровье, атака... А, ну подожди. А нам, наверное, стоит продать, да? Давайте продадим. Да, за 77. Так, и наколенник. Наколенник. Неплохо. О, блин, я немножко нелепо смотрюсь, ну да ладно. Слушай, было бы здорово, если собрать, допустим, полный сет какой-то брони, и тебе дадут дополнительный бонус. Было бы здорово. Так, выживание, волна 1. Пока что это первая глава, мы первую главу проходим. А, выбрать уровень. Начало пути, это я прошел, это я не прошел еще. Ну давай так, подожди. Ну вот тебя, играем. Глава 2, погружение. Появляемся. Так. Назад нельзя. Блин, он забавно у меня смотрится. Посмотрим, что у нас там. А, я могу подвинуть, да, его? И можно запрыгнуть. Блин, прикольно. Забавно у меня человечек выглядит. Так, ну у меня теперь и... Урон сильнее, я в принципе быстрее бегаю, да? Ну и здоровье 350 вместо 300.
То есть выживаемость моя возросла. А не знаю, подожди. Нам стоит вниз спускаться? Что у нас внизу? Я так понимаю, там мобы. Не стоит вниз спускаться. Чисто для фарма, наверное, да? Хотя интересно, что... А, не, нам в любом случае надо вниз, да, спускаться. Там закрыта дорога. Окей, ладно, спускаемся. Ой, я не хочу спускаться. Я падаю, падаю, падаю. Так, потихонечку. А, на блоке надо. А я могу, интересно, умереть? А, тут лава, конечно, я могу умереть. Он погиб. И мне деньги зачислили. Дополнительный сундучок, дополнительные деньги. А мне вот теперь интересно, что с той стороны. Давай посмотрим, я думаю, мы доберемся. Блин, забавно такой с броней. Я надеюсь, я не обожгусь здесь. Боже мой, тут три сундука. О, я походу дело не зря сюда пришел. Блин, ладно, подождем немножко. Прыжок, отличненько. Надо срочно добраться. Найс. Можно умножить. Ну хотя. Хотя пока что следующий, да, уровень? Окей. Глава 1, зомби-гигант. А, уже, подожди, уже? Босс? Боже мой, скоро нападет. Хера себе. Ой-ой-ой-ой. Прыжок, увернулись. А, надо бить, я понял. Фига себе, он сильный. У него 1000 хп, 1000. Но он глупый, он ударяется, надо бить сразу. Похоже на Battletoads немножко. Отходим. Он меня замечает. Бегает, потыкается, и мы его бьем. Реально похоже на Battletoads. Я думаю, разработчики вдохновлялись Battletoads. Ой, боже мой. Так, заметил. Неплохо мы его задамажили. Хорошо, что мы немножко прокачались. Давай, давай, давай. Замечает. Бежит. Потыкается. Пинок. Не будем пока... Он зарычал, он, видимо, он разозлился, он стал бегать. Ой-ой-ой. Фигу... Боже мой, так он меня сейчас может убить. У него стадия злости, прыгаем. Быстрее. 75 хп. Найс, улетел. Офигенно, мне понравилось. Победа. Блин, это эпично. Вот тут, кстати, можно, тут неплохо можно выиграть. Давайте все-таки посмотрим рекламку. Получаем награду. Босс пройден, но не на отлично, да? Ну, в принципе, я потом боссов попробовал перепройти. Пока же давайте пойдем домой, посмотрим, что у нас там такое. Так, ну, крутая игра. Крутая игра, можно отзыв оставить. 27. Я не понимаю, как люди так много заработали. Возможно, там появится шанс. Персонажи? А, это мой персонаж. Так, подожди, у персонажа уникальные возможности, да? Это лучник, я так понимаю. А, ну его за 149 можно купить. Ребята, я могу за каждого из них поиграть, но мне нужна от вас поддержка. Давайте 1000 лайков, я поиграю за красного. 2000 лайков, я поиграю за синего. Сколько наберем? 1000 наберем, поиграем за красного. 2000 лайков наберем, поиграем за синего. Тут можно описание посмотреть. Блин, мощный урон. Это пока что первого уровня, да? Я как раз пока нафармлюсь. Пока что мы будем играть за этого. Тем более тут две обилки не открылись. Прокачка. Пока заблокировано. Я думаю, потом другие появятся. Прокачать можно? Можно прокачивать 1 плюс 1. 48 к урону. 180, да, стоит? Давай. Так, и ногой удар. Ногой удар тоже нужно прокачать. Давай ногой еще сильнее прокачаем. Пускай ногой он прям сильно дамажит. 432. Давай вот так прокачаем. А, можно что-то открыть. А, купить надо. Гигантский хлопок. Так, ну мы можем прокачать на него, да? А, мы
пофармимся, обязательно купим. Здорово, персонажи, прокачка. А, вот он, тут прокачка, да, происходит. Это у нас возможности, да, открылись. Давай в магазине купим за 25 редки, давай. Интересно, что там выпадет? Каких-то два предмета выпадет. Открываем. О, алмазный наплечник и наколенник из хрома. По-моему, это круто. По-моему, это очень здорово. И за 5, ну, давайте я за 5 деревянно откроем. Что там? Набедренники рыцаря. Окей, смотрим. Это все нам в сундук идет. Открываем сундучок. Так, я могу лишнее продать. А куда его? Его сюда, да, девать? Что он дает нам? Здоровье плюс 7, атака плюс 6, броня плюс 3. Окей, неплохо. А, набедренник рыцаря. Здоровье плюс 10, атака плюс 5, броня плюс 5 и скорость 1. А сюда, да, можно? Окей, ладно. Так, а... О, наколенник 25 к здоровью. Неплохо. И к атаке. Вот так, да, пойдем? Неплохо. Еще одно плечико у нас закрыто пока что. Вот так теперь наш стикман выглядит. Так, ладно, хорошо. Хорошо. Пойдемте дальше играть. У нас глава 1. Так, 2, 3 прошли. Босса... С боссом справились. А, вот, вот еще будет боссов. Тут довольно-таки много боссов. Ё-моё, тут реально дофига боссов. Похоже чем-то на клон армию. Сюда погнали играть. Как же здорово сделано, глава 1. Погнали. Так, где я появляюсь? Проваливай. Кто там? А, я типа с ним потом сражаться, да, буду? Он меня подставил! Он подставил меня! Твою ж мать! Валим, валим, там камень большой! За нами камень гонится! И куда теперь? А ну все! Фу, я вовремя. Чуть на зомби не упал. Куча-куча монеток. Хочу удар немножко прокачать. Отлично. Я прям уже сильный. Надеюсь, меня не раздавят здесь. Найс. Дофига, просто дофига пауков, боже мой. А, я боюсь пауков, я боюсь пауков. Проваливайте отсюда. Блин, тут со спецэффектами очень здорово. У меня все больше и больше здоровья, я все сильнее и сильнее. Вместе мы точно справимся. Ах ты, больно, больно бьет. Ладно, нам наверх надо. Ой-ой-ой. А вверх нельзя бить, интересно? Че такой сильный-то? Так, выше, 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 выше. Отличненько. Нет, я не знал. А, типа на него надо прыгнуть. Блин, я загорелся. Хорошо, что у меня много здоровья было. Я так понял, надо на него прыгнуть. А, просто пока что ждем. Можно на паузу тут поставить. А, громкость музыки, громкость звуков можно. А, прикольно, мне нравится, что регулируется. Ох, игру удобно сделали. Мы сейчас просто стоим. Стоим, ждем. Блин, какая же крутая игра. Тут песок. А я смогу запрыгнуть? Нет. А как здесь? Я не понял, как здесь. Зато видели... А, вернуться за рекламку можно, да? Давайте. Я возродился. Я родился прям как Лунтик. А, подожди. Мне надо бить, да, стараться песок? Ладно, пока что ждем, сидим, стоим. Так какой же он медленный. А, там еще один. А, вон как надо, надо было все-таки бить, да, сразу? Сразу на это. А, этот второй побыстрее, как будто бы. Надо к следующему боссу, слушай, подготовиться.
А, как же сложно. Нам нужна, наверное, хорошая броня, потому что первый босс, я чуть от первого босса не откис. Опять пауки эти. Дурацкие пауки. Так, нафармились. Найс. Можно 40 получить. Давайте попробуем рекламку посмотреть. И... Ууу, неплохо, неплохо. А следующий уровень какой? Чего? Глава 1? Битва? Уже сейчас? Я на поезде каком-то еду. О, нет, 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 нет. Блин, классный уровень на поезде. Офигенно. Очень, очень крутой уровень. О, блин, это моя любимая игра теперь. Вагонетки! Сломались вагонетки! Вали отсюда! Вали! Ой-ой-ой-ой! Прыгай! Я успел. О нет, их слишком много! Крипер! Ты взорвался! Да проваливайте нафиг с моего поезда! Блин, как же здорово! Как же здорово! Паук! Откуда ты взялся? Откуда здесь взялся паук? Давай пойдем домой. Надо было сразу, кстати, зайти домой. Тут уже посложнее, слушай. Сейчас мы пройдем обязательно. Так, а давайте-ка какой-то крутой сундук откроем. У меня как раз для этого есть средства. Можно Давайте откроем, кстати, купить. А, за 1700. У нас пока что денег нету. Персонажи, лидеры, магазин. Мы можем сверхредкие. Давайте сверхредкие откроем. Эпические можно открыть. Но мы потом. Давайте по порядку. Давайте сверхредкие откроем. Два предмета там будет. Посмотрим, что там. Хромированный шлем и набедренник. Найс. По чуть-чуть будем открывать. Хочу какие-нибудь редкие открыть. Так, ну по-любому мы его одеваем. Смотрите, давайте разницу посмотрим. А, как было, здоровье 15, так 4, броня 4, скорость 1. А смотрим на новый. Здоровье 25, атака плюс 6, броня плюс 7. Ну вот скорость минус 4, да, он слишком тяжелый. Он тяжеловастый. Такое ощущение, что даже вот этот получше будет, потому что этот будет сковывать движение. Ну, на 10 хп побольше, да. Атаки, ну чуть-чуть атаки больше, брони больше. Ну ладно, оденем. Здесь смотри, как было. У него скорость 5 было. Он будет очень медленный. Набедренник. А вместо чего одеть его? Он такой же, по-моему, да? Такой же, как этот. Да, просто его продаем. Я пока не буду деревянный продавать. Вдруг нам скорость понадобится. Блин, забавно у меня он смотрится. Так, ладно, давайте попробуем перепройти. Вот здесь мы застряли. Поаккуратнее надо. Битва на вагонетках. Так, появляемся. Проваливай. Сразу поаккуратнее играем. Уф, вовремя. Я бы не сказал, что я прям сильно прокачался. Но все же это лучше. Хочу полный сет собрать. Увидели, как крипер у меня много отнял здоровья? Ой-ой-ой. А, я паук. Вот откуда паук, я его не заметил. Походу я проиграл. Крипер взорвался и все жизни отнял у меня. Тут определенно нужно прокачаться. Сзади! Блин, у меня 14 кп, ребята. Это конец, это конец. Там, не издевайтесь. Уф, успел. Надеюсь, это все? Воу-воу-воу. Я думал, это не все. Там совсем чуть-чуть оставалось. Так, а домой, да? Слушай, обязательно рекламку смотреть? Пятый уровень. Пойдем домой. А, подожди, так я проиграл или нет? Не, уровень пройден. Вроде бы уровень пройден. Окей.
Можно за просмотр получить. Давайте. Так, итого у нас 64 есть. Давайте эпический откроем, потом мифический в самом конце откроем. Открываем эпический. Тут три предмета целых. Нифига себе. Вау, 207 монет на коленник из хрома и набедренник. Титановый набедренник. Гоу смотреть. Летят к нам. Отлично. Так. Это на что меняется? На это, да? А он лучше? Плюс 15? Плюс 10? Не, не такой уж лучше. Этот, наверное, получше будет, да? И скорость минус 1. Продаем. За 8, да? По-хорошему... Подожди, а я не могу? А, это, блин, тут еще ноги определенные. Но это одинаково. 25, это 25. Тогда его продаем. Монетки нам пригодятся. Продолжаем играть. Там, наверное, босс еще один. Я это прошу. Тут босс будет. А, нам нужно... Блин, нам нужна еще одна звездочка. Можно добавить за просмотр рекламки. Ну нет. Давайте попробуем этот перепройти уровень. Если мы идеально пройдем его, то мы заработаем много. Я так понимаю, главное, чтобы нас не ударили. Так, постараемся получше сыграть. Блин, я сейчас с ним сражаться, да, буду? Падаем. О, теперь побежали. Бегом. Тут важно, я в тот раз был быстрее, я сейчас медленно двигаюсь. Если бы я очень медленно двигался, я бы не убежал. Поэтому скорость тоже важна. Тут бы я, наверное, не укрылся от него. Не хочу, чтобы мне хотя бы разок ударили. Тут дофига пауков будет. О, нет. О, нет. Там почти, там уже финиш скоро. О, нет. Тут... Ну, разок меня ударили, блин. Не знаю. Получится, нет, на отлично сыграть. Чтоб... А, типа, чтобы сыграть на отлично, наверное, надо... нельзя возрождаться, надо с первого раза пройти. Просто ждем. Какие же они медленные, я, наверное, почти 2 минуты ждал. Реально очень медленные. Кто это такие? Напишите в комментариях. А, кстати, это хорошо, что он обгонит. Я не знаю, как тут справляться. Ну вот так только, да, найс. Чуть-чуть здоровечка отняли. Здесь нам хватит звездочек. Еще паук там. Отлично. Должны 3 звезды дать, я надеюсь. Да вы издеваетесь, почему? Почему? А вот все дали, я думал не дали. Типа, а мне же не надо следующий уровень. Давайте типа домой идем, а потом уже нам как раз хватит, да? А, играть приключения. Глава 1. Нам должно хватить. Да, нам хватает звезд. Ну погнали, посмотрим. Глава 1. Боже мой, как же страшно. О. Ой-ой-ой-ой-ой. Он спамнит. Боже мой. Да вы издеваетесь. Я его победил. Не, босс интересный, крутой, но почему он такой легкий? Он какой-то слабенький, да?
Если его сразу убить, то в принципе довольно-таки легко получается. Но этот босс слабенький, его должны сделать или посильнее. Он реально интересен, но блин. Теперь интересно посмотреть, что он может. Ну, во-первых, идем сразу в магазин. Давайте нафармимся. Так, у нас есть средства. Давайте откроем мифический сундук. Посмотрим, что там такое. 4 предмета. Открываем мифический. Воу-воу-воу-воу-воу. Что там такое? Что там такое будет? Сразу куча монеток. О, шлем рыцаря нам дали. Найс. Хорош. Хотите больше открытий? Я могу 10 открыть. Я реально могу нафармиться и 10 открыть, ребят, если будет хорошая активность. 3000 лайков, и это сделаем. Так, смотрим, что у нас тут такое. Так, куда он цепляется? А, он именно вот на это плечо. Я даже не знаю, какое лучше. Тут плюс 7, да? Плюс 18 и атака плюс 7. Ну, конечно, наверное... Да, конечно, определенно этот продаем. Плюс прирост. А это, наверное, это нам не нужно. Это продадим. 25. А этот тоже... Слушай, ну он лучше. Смотри, это слишком тяжелый, да? Уступает только по силе. Тут плюс 6 силы и броня плюс 7. А плюс 6 сил, плюс 7 броня. Тут плюс 5, плюс 5. Но зато тут скорость плюс 2. А тут скорость минус 4. Это очень плохо. А по здоровью также. Ну, типа, я, наверное, все-таки вот этот продам, да? И ладно, пока оставим, вдруг сет соберем какой-нибудь прикольный. Так, а тут деревянный, да? Давай посмотрим, что у нас тут. Плюс 10. Плюс 10, плюс 4, плюс 6. Конечно, этот лучше будет. Продаем вот этот. За сколько это продать можно? А, мне кажется, все за 82 продается. Вот, так намного будет лучше. Остальное пока что оставим. Давайте, знаете что? Давайте... Глава 1... Ну, вроде бы я достаточно показал играть. Зомбированный пиглин. Блин, прикольно. Посмотрим, что... Давайте наша задача будет просто уворачиваться. Мы не будем самого босса бить. Мне просто интересно, насколько он, типа, крут. Типа, насколько он эффективный. Блин, у него зелье. По силе? Кстати, у него сила тоже. Я просто прокачал персонажа, и поэтому он у меня сильный. Мы просто будем уворачиваться. Нифига себе, он сильный, ребят. Не, короче, босс сильный, но у него мало здоровья. Еще раз. Босс реально сильный, он меня с одного раза убил. Короче, смысл просто как можно быстрее его убить. Его, наверное, в этом слабость. Не знаю, я бы сделал ему здоровье 1005-7, наверное, да? Слишком слабенький, слишком легко его убить. Боже мой, как здесь-то быть? А, просто вернуться. Так, тут надо вот тут стоять, наверное, да? Найс. Ну, прикольный босс. Если правильно проходить, то легко пройти. Он может слишком быстро тебя убить. Так, ладно, идем домой. Так, а мы хотели, кстати, способность, да, прокачать? Прокачка открывается, ну-ка. О, новый урон хлопок появляется. Новый урон хлопочек. Вот теперь интересно посмотреть, где... Смотрите, давайте, что у нас? Первая глава. Типа, чтоб на отлично. Почему-то мы тут плохо прошли. Я хочу свою способность проверить. Зомби-гигант. А, вот на нем как раз-таки. Давайте попробуем зомби-гиганта победить. Бом такой. Задавил его. Окей. Я пока не знаю, как от него уворачиваться. Как лопок-то использовать? Боже мой, как лопок использовать? Не понимаю, как лопок использовать. Подкат просто. А, вот лопок.
Он, видимо, не всегда, да, появляется? Босс пройден. Так, ну неплохо нафармились. Ладно, ребятки, на этом будем прощаться. Я надеюсь, вам игра понравилась. Мы можем завтра зайти и продолжить играть. Будет небольшой бонус какой-то. Но мне игруля понравилась. Надеюсь, вам тоже понравилось. Крутая игруля. А новый режим выживания. Бесконечный режим с разными комбинациями врагов и боссов. Обязательно продолжим играть, ребят. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Вот, завтра не терпится зайти уже. Заглядывайте также на канал AlixPlay, это мой второй канал. Там я снимаю игры на компьютере, тоже очень крутые, очень много классных игр. Вот, жду тебя. Пока-пока.